Инспекторы полка ДПС выявляют превышение установленной скорости на дорогах города. Только с начала года в Сочи было зафиксировано 805 подобных нарушений. Особое внимание уделяется профилактике и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Это управление транспортным средством, состояние опьянения, выезд на встречную полосу. За январь и февраль инспекторами составлено 418 административных протоколов за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона.